Всем привет, с вами Сад Огород. Значит, обрезка клоновидной яблони. Значит, здесь мы сделаем обрезку несколько по-другому. Значит, яблони у нас четвертый год. Вот. Значит, некоторые садоводы, кроме основного побега, основного ствола, пускают еще и дополнительный, вот как вот примерно вот этот. Важно, чтобы толщина этого побега была не больше, чем в два раза основного побега. Вот сейчас она примерно, ну, где-то уже на пределе. Но на один год мы его оставляем. Вот. Конечно, мы его порежем. У него здесь есть плодоносящие почки, с которых мы, допустим, снимем урожай в этом году, а затем мы его удалим, поскольку он будет уже близкий по диаметру к основному побегу. Вот. Или бывает, что оставляют и по три таких побега, до трех. Для того, чтобы увеличить количество, значит, урожая. Но это отдельный случай. Для каждой яблони клоновидной, значит, садовод сам решает, как ее, значит, провести обрезку. Ну вот в данном случае мы вот решили сделать вот такой вот, значит, эксперимент. Итак, что у нас с макушкой? Макушка у нас, вот он, значит, основной побег. Мы его оставляем. Значит, остальные мы режем на две почки, на две-три почки. Так, вот здесь вот. Ну, примерно по 5 сантиметров оставляем. Так она получается в итоге. Так. Вот здесь у нас в прошлом году мы делали плодовое звено. Оно такое несимметричное. Однако вот эту ветку мы оставляем как под будущий урожай. Здесь мы что видим? Ну вот тут вот, наверное, отрежем. Здесь то же самое, вот одна почка, вторая, ну пусть будет три. Это у нас на плодоношение оставляем. Вот. Здесь то же самое, раз, два. Молодые побеги нам не нужны, мы делаем, обрезаем колоновидную яблоню. Примерно 5 сантиметров такие ответки. Оставляем и все. Так, вот тут вот как-то нехорошо расположено. Ну ничего. Так. Ну здесь тоже мы не будем давать им дальнейший рост. Пусть будет все направлено на урожай. Значит, смотрим здесь. Вторая почка. Режем. Значит. Раз, два, режем. Значит, что у нас тут? Ну вот тут тоже две почки ищем. Раз, два, режем. Может быть, даже длинновато, но... А, вот еще одна почка. Вижу. Вот так режем. Так, вот этот стволик, значит, ну вот мы его хотим оставить. У нас будет второй, как дополнительный, вот этот. Значит. Ну и вот тоже на две почки режем. Нам не нужна. Лидер не нужен дополнительный. Он будет оттягивать только питательные вещества на рост ненужный. Мы его подрезаем тоже на две почки. Так. Вот еще у нас одна веточка осталась, ее тоже надо делать на две почки. Так, у нас вот один, два, ну пусть будет три.
Ну, так, вот эта у нас ветка тоже. Она... Хотя можно ее оставить на один раз. А вот эту пустить, значит, на будущий год. Это как плодоносящую можно оставить. Ну, пожалуй, все. Спасибо за внимание.